Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей заработка без вложений хочу поделиться боксом. Вчера наткнулась на бокс, он меня зацепил. Ну, я и зашла в него, конечно же. Главную страничку тут сами посмотрите, переведете на русский. Значит, всего пользователей. Здесь выплаты. И вопросы-ответы прочтете. Походите тут по вкладочкам. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имя, имейл. Повтор имейла, два раза пароль. Сюда ставите галочку, капчу разгадываете, нажимаете регистрация. Сейчас я зайду. Ход по логину и паролю. Перебрасывает нас на домашнюю страничку. И вот так выглядит наша домашняя страничка. Я вчера просмотрела всю рекламку. И у меня на балансе, сейчас скажу, сколько вот здесь баланс. За всю рекламку 7,5 цента. С букса, я считаю, это неплохо. Минимальный вывод отсюда $2. И также статистика. Здесь, ну, домашняя страничка, заглавная. Здесь мы просматриваем рекламку. Довольно-таки неплохо. Вот первые две рекламки по нулям. Здесь вот считайте 2 цента за рекламу. 1, 2, 3, 4 цента по рекламке. Ну и здесь 2 рекламок по 1 центу. Итого вот и выходит 7 центов. Ну а здесь вот такая вот мелкая совсем рекламка. Давайте я вам покажу. Так, нажимаем. И вот такая шкала загружается. Ждем. Все, нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Давайте теперь по вкладочкам. Кстати, есть форум. Я посмотрела форум, полистала. Выплаты есть. Ну и довольно-таки неплохие выплаты. Но я так понимаю, что тут сделали апгрейд люди. Но я здесь апгрейд делать не буду, так как сильно высок. Значит, давайте я переведу на русский. Ну, краткий отчет. Это домашняя страничка. Добавить фонд. Это пополнение. Обновить аккаунт. Здесь вот сами статистику посмотрите. Вот на стандарте. Вывод обрабатывается 7 дней. Вот. Так, вы вот теперь. И вот $15. Вот минимум $2 на вывод. Промо — это у нас реферальная ссылочка и баннеры. Так, реферал контекты. За что у нас? А, ну здесь статистика идет. У кого сколько рефералов, наверное. Давайте я опять переведу на русский. Здесь все визуально просто. Так. Персональные настройки у нас. Ну, как всегда, прописываем платежные реквизиты. Здесь платежки PayPal. Еще какая-то. Perfect Payer и Advanced Cash. Вот. Так. Настройки форума нам не надо. Панель рекламодателя. Это кто будет давать рекламку. Здесь будут отображаться прямые рефералы. Так, арендованные рефералы. Ну и здесь история. История депозита, история вывода. Ну и все. Как вот такой букс. Нажимаю краткий отчет. Здесь вот шкала, как бы
как работаем. Ну, здесь тоже как бы посмотрите. Я вот на стандарте, потому что там минимальный апгрейд $15. И как-то, я думаю, это многовато. Ну, вот баланс здесь. Вот. Посмотрите. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Кому что нравится, всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.